Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, 27 мая 2015 года примерно 8 часов 45 минут неустановленное лицо, находясь неподалеку от жилого дома по улице Бутлерова в городе Москве, используя боевое огнестрельное оружие, произвело не менее 8 выстрелов в мужчину, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде огнестрельных ранений левого плечевого сустава и поясничной области, после чего с места совершения преступления скрылось. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение города, где ему была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь. Предположительно, мотивом данного преступления послужила коммерческая деятельность, которой занимался потерпевший. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к нему. Расследование по уголовному делу продолжается.